Друзья, всем привет, с вами Санёк. В общем, такой будет видосик. Скорее покажу и расскажу, как я читаю резцы, да, вот, что означают вот эти все буквы, цифры, потому что, ну, некоторым непонятно, вот, как выбирать пластины, как выбирать резцы, как при заказе все это правильно для себя узнать, что это означает и какие параметры заложены в этих надписях. Ничего сложного, друзья, нет. Вот. Просто нужно иметь под рукой шпаргалочку. Вот такого плана, допустим. Скачал в интернете, все в свободном доступе. Это по резцам, это, друзья, по пластинам. Сейчас покажу, расскажу. Вот такой вот листик, и для удобства вот так еще с другого сайта качнул. Кто-то скажет: блин, прочитать можно. Конечно же, можно. Ну и не обязан никто все это знать наизусть. Вот. Даже мануалы существуют не только к ним, да, но и к станкам, к любой технике, к любому прибору. Всегда есть инструкция. Вот. Также вот и инструкция имеется и к резцам, к пластинам. Просто ей нужно пользоваться иногда. Вот. Это по резцам. Давайте возьмем. Ну, есть у меня такие вот проходные разных форм, левые, правые, пластины разные. Также есть и расточные, сейчас мы их тоже прочитаем по-быстренькому. Все пишу одним дублем, я думаю, будет полезно знать. Ничего такого нет. Сяду, с вашего позволения. Камера будет немножко тут бегать, потому что фокус навести на такое все мелкое. Блин, ну еще то занятие. Так, ладно, давайте вот прочитаем вот первый резец. Читается все очень просто. Вверху есть пункты, ну и, соответственно, с обратной стороны. Потом перевернем. Так, первая буква с английским у меня не очень, конечно. Будем читать ее S. Смотрим букву S. Это крепление винтом. Соответствует? Соответствует. Понятно, разобрались. Следующая буква С. Это форма пластины. Смотрим. Ромбовидная. Вот. Почему так говорю? Сейчас скажу, потому что есть у меня по пластинам. Вот такая вот штукенция. Ну, мы к ним сейчас вернемся. Здесь есть описание этих форм. Вот она. Ромбовидная, 80 градусов, тут тоже вот указано. Смотрим, соответствует, все соответствует. Следующая буква L, это тип инструмента или угла в плане. Смотрим, вот она буква L, 95, соответствует, ну я думаю, соответствует. Все, уже понятно, да, сколько градусов у нас вот здесь вот на резце. Прочитали только три буквы. Следующая буква также С. Смотрим. Четвертая по счету. Раз, два, три, четыре. Это задний угол пластины. Я так понимаю, это вот эта вот штукенция, да? Или пластины, или, ну, скорее всего, вот самой державки. 7 градусов. 7. Это, друзья, четвертая буква. Здесь, допустим, на этом резце четвертая буква – это Б. И она составляет всего лишь 5 градусов. Вот, как-то так. Разница бывает. Ну, не знаю, для кого она критична, но, тем не менее, хотя бы об этом резце я уже знаю немного больше, чем просто, что вот он такой, да? Да, камера бегает, понимаю. Неудобно немножечко. Следующая буква, да, пятая, R.
Это исполнение, соответственно, правое исполнение, правый резец. Вот. Есть они левые, да, будет буква L стоять, все, либо нейтральная. Но нейтральных я еще не встречал. Так, тут дополнительная информация. Ну, к ней мы вернемся на этих резцах. Вот, она бывает пишется, бывает не пишется. Здесь вот оно не пишется. Следующее, идут две цифры. Это диаметр хвостовика и размеры, ну, размеры хвостовика, да. В моем случае это резец 16 на 16. Ну, то есть державочка 16 на 16. Они вот у меня все идут 16 на 16. Все, этого достаточно. Есть там 10 на 10, есть 12 на 12, да, знаете там. И так далее, и тому подобное. Следующая буква H. H это длина инструмента. В моем случае это 100 мм. То есть вот здесь вот, друзья, 100 мм. Ну вот только вот по этой букве мы и узнали. Ну, можно было, конечно, померить. И последние цифры. Это, друзья, номер пластины. Вот, там был пост, человек купил, да не то. Самое основное – это знать на резце номер пластины. Он пишется всегда в конце. Здесь 9-09, здесь 11-я пластина. Вот, ромбовидная, да, такого плана. Здесь у меня пластина тоже ромбовидная, но 16-я. Вот. 35 градусов, 55 здесь, здесь 35, здесь 80. Вот, разобрались, я думаю. Быстренько, да, получается читать при помощи шпаргалки. Давайте еще посмотрим вот такие резцы. Здесь немножечко все по-другому обозначение. Здесь первая буква. Она, соответственно, здесь не соответствует. Это немножечко маркировочка по-другому. На этих резцах. Вот. На этих резцах, ну и, соответственно, там на других. Оно вот обозначает, скорее всего, вот это. Не знаю, ну, может, перевод такой интересный. Ну, по крайней мере, пишет, что какая-то там базовая плоскость. Размер, диаметр 16-й. Дальше идет у нас Q, это длина. То есть Q, смотрим, где она у нас. Вот она, Q, 180 мм. То есть вот длина 180 мм. Вот, дальше идет тире. Ну и, соответственно, уже читаем параметры резца, как они здесь есть. Вот. Немножечко другого плана резец и крепление, да, давайте прочитаем. S, ну понятно, расточной. Диаметр, соответственно, 16. Q, это, как я уже говорил, друзья, 180 мм длина. Дальше читаем. M, кенлок, то есть крепление с прижимом. Вот такого плана, да, не знаю, кинлок, что это значит, но тем не менее, соответствует. W, это пластина, у которой, ну, трехсторонняя, да, у которой угол 80 градусов, вот она, соответственно. L, это тип инструмента, да, вот смотрим, ага. Вот так вот. По отношению, да, там, к заготовке, скорее всего. Так, следующее, N, это нейтральное положение. Вот. Нейтральное положение. L, это, ну, левое исполнение. Ну, есть у меня и правый. Ну, там слишком мелкие буквы и цифры, поэтому взял этот. Чуть другой, в другом магазине покупал. Так, и 0,8, друзья. 0,8 это размер пластины. Здесь она не у нас 0,9, где тут 11, да?
и 16, а вот этот резец пластина 0,8. Вот такая шпаргалочка, читается быстро, особенно когда сидишь за компьютером, выбираешь резцы на Алиэкспрессе, не понимаешь, что там они означают, вроде бы картинку видишь, но понять не можешь, подходят они либо не подходят. С одной шпаргалочкой разобрались, друзья, давайте сейчас поставлю на паузу и возьму, как говорится, сами пластинки и почитаем пластины. Так, давайте, взял шпаргалочку, написано мелко, ну я вижу, буду вам так этот самый читать, зная номера пластин, теперь выбираем пластины на там Алиэкспрессе, либо еще где, да. Ну давайте вот первую пачечку возьмем, она пустая, я даже не знаю, не помню, да, что здесь было за форма пластины и так далее и тому подобное. Ну, всегда можно прочитать. Также по порядку вверху обозначение. Вот. И начинаем вот читать, да. D. Смотрим, что это у нас. D. Где он? D у нас D. Ага, во. Форма пластины ромбовидная 55 градусов. То есть здесь лежали вот такие вот вещи. Вот. Следующая C. Это угол самой пластины. Ну, я думаю, понятно, да? Объясняю. Угол. Может, для кого-то важно. Но, тем не менее, всегда можно прочитать. М. Это класс точности. Ну, классы точности тут указаны. Вот, если кому-то надо, да, знать. Т. Это конструктивная особенность. Смотрим. После четырех букв идет номер пластины. Вот если здесь на резце 11, соответственно, мне нужны были пластины вот с 11 номером. Вот я их для этого резца вот и купил. Да? Соответственно, также и для этого резца на конце 11. Вот они туда-сюда подходят. Так, с этим разобрались. Сейчас вот так вот убираю в сторону. Смотрите, давайте вот есть у нас вот девятая пластина. Соответственно, глядя на после четырех букв на цифры, понимаю, что это девятая пластина. То есть для этого резца оно то, что нужно. Так, С. Так, ромбовидная 80 градусов. Все, попадаем. Следующая С. Угол 7 градусов. Пачка пустая. МТ, да? Ну, класс точности. Конструктивная особенность. Они в основном повторяются. Так, номер пластины 9, да, соответственно, для этих резцов, державок. Дальше идет Т3. Т3. Это толщина. Смотрю в шпаргалочку Т3. Толщина пластины 3,97. То есть вот так вот она. 3,97. Следующие две цифры. Это 0,4. 0,4 это радиус скругления. Смотрим. 0,4, соответственно, 0,4. Что там рассказывал? Это самое вот основное, что нужно знать про пластины, выбирая пластины. Есть вот такого плана, да, под вот такие вот резцы. Ну, здесь обозначения, соответственно, другие. Так, смотрим. Double V. Это, как она там называется, тригональная. Блин, через камеру аж лучше читается. Тригональная. 80 градусов угол. Дальше N. Здесь нулевое. Дальше M. Идет класс точности. Они почему-то все идут M-ки. Но, возможно, надо и поточнее.
Там может такой. Даже не среднячок. Кому нужен класс точности, смотрите, чтобы она соответствовала. Соответственно, надпись была. Дальше идет J, да, или G, я не знаю как. Это конструктивная особенность. То есть она, друзья, двусторонняя. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот эта пластина, помимо вот этих сторон трех, ее можно развернуть и работать еще тремя сторонами. То есть одна пластина имеет сразу 6 сторон. Очень выгодно работать этими пластинами. Не две стороны, да, как на этих там или на других, да, а 6 сторон. Затупилась, развернул, израсходовал, перевернул и дальше работаешь. Вот. Для черноухи вообще незаменимая штука. Так, дальше, соответственно, после 4 букв идет номер пластины 08. Здесь нам тоже надо было 08. Вот они, как раз для этой державки. Ну и дальше идет 0,4. Это толщина. На прошлых была Т3 толщина. На этих 0,4. Здесь уже чуть потолще они. 4,76. Дальше идет радиус скругления. 0,8, соответственно, 0,8. Вот. Есть еще вот дополнительная сносочка МА. Смотрим. МА – это легкая черновая, чистовая и получистовая обработка. Вот. Как-то так. Ну, про эти пластинки только что узнал очень много. Вот такие вот, друзья, дела. Хотел небольшой ролик, а получился, как всегда. Имея шпаргалочки, повторюсь еще раз. Сел перед компьютером, выбираешь резцы. Что-то там написано на мониторе. Быстренько бегло пробежался. И уже понял, подходит, не подходит. Чтобы наугад ничего не покупать. Это спецрезцы, их тоже можно прочитать. Ну, я думаю, кому интересно, можете сами поставить на паузу и прочитать, что значит вот эти вот буквы и цифры. Вот как-то так. Все, друзья, всем пока. С вами был Санек. Видос длинный, но я думаю, поучительный.